армысыздар. Мен Бұлбұл Қартанбай, қазақ даласының қарапайым қызымын. Я являюсь первой в истории спортсменкой Казахстана в Национальной женской хоккейной лиге, а также главным тренером в американском хоккейном клубе «Принстон». На моем нелегком профессиональном пути я всегда сталкивалась с шаблонным мнением, что спорт – это не женское дело, что главное для женщины – это получить высшее образование и выйти замуж, а уехать за океан и стать профессиональным атлетом – это лишь несбыточные мечты. Но в глубине души я всегда верила и с каждым разом убеждалась, что я, как женщина, могу совмещать в своей жизни многое – и спортивную карьеру, и работу, и учебу, и семью. Что смогу оставаться собой, той же казашкой, красивой, женственной, и при этом играть в такой жесткий и грубый вид спорта. Я каждый раз сталкивалась с барьерами, стереотипами. Мне говорили: «Бул-бул, в хоккей играют только настоящие мужчины». Но я знаю, что у женщин всегда есть выбор, а значит, возможность совмещать все. Уважаемый президент, вы всегда охотно поддерживали инициативы женщин в образовании, политике, в бизнесе, и спорт не исключение. Вот у нас есть хоккейный клуб «Барыс», известный на весь СНГ, такой крутой, мужской. Я очень хочу, чтобы у нас открыли такую же женскую команду, женский клуб. Здесь очень много девочек, кто хочет играть именно в хоккей. Девочек со стержнем и характером. И этот характер у них уже есть с детства. Моя мечта – открыть секцию по хоккею с шайбой в столице нашей страны. И я верю, что в таких благоприятных условиях мы, спортсменки Казахстана, сможем достичь больших высот не только в нашей стране, но и далеко за пределами. Моя миссия сегодня в поддержании женщин в спорте, а также помощи в их личностном и профессиональном росте. Я хочу дать будущее нашему растущему поколению, привлекая как можно больше представительниц прекрасного пола к спорту и здоровому образу жизни. Я работаю над расширением связи и налаживанием контактов с тренерами и менеджерами команд по всему миру. Для меня большая честь представлять Казахстан, нести с достоинством государственный флаг. Каждый раз, выходя на ледовую арену, я чувствую, что за моей спиной стоит целая страна, что меня поддерживают, что в меня верят. Благодарю за внимание. Я поддерживаю предложение нашей хоккеистки, спортсменки Бул-Бул о создании секции для девочек по хоккею с шайбой. И в целом я поддерживаю все предложения, направленные на развитие массового спорта, физкультуры, о чем я говорил в своем послании. И, конечно же, развитие женского спорта.